Дорогие друзья, сегодня мы поедем в Олимпийский парк. Это Адлерский район и Меретинка. А поедем мы с вокзала Дагомыс. Стоимость билета 206 рублей. Добраться можно из Сочи, также на автобусе или на электричке «Ласточка». На территории отеля «Парк» находится 12 восьмиэтажные корпуса, парковая зона, 8 ресторанов и кафе, спа-центр, тренажерный зал, летний дельфинарий. На территории оздоровительного комплекса есть множество мест отдыха, в том числе кафе, рестораны, прогулочные аллеи, искусственный водоем, детские игровые площадки, теннисные корты, бассейны, банный комплекс, а также торгово-развлекательная зона. Если коротко, то сейчас мы зайдем в сам отель и посмотрим номер. Номер стандарт. Стоит он 690 с завтраком. Итак, отель «Сочи Парк». Четвертый этаж. Вот так выглядит. Телевизор, тумбочка, две кровати, так, коридорчик. Чайник, я смотрю, есть, да, Надя? Холодильник маленький и чайник есть, хорошо. И мандарины есть. Мандарины есть. Современная ванна. Здесь же есть фен. Полотенце. Ну, как вы поняли, мы находимся сейчас в отеле «Сочи Парк». Это стандартный номер, 20 квадратных метров, с двумя отдельными кроватями, с прекрасным видом на парковую зону с балкона. В отеле есть два ресторана, в которых питание организовано по системе линии «Шведский стол». Здесь для вас представлены следующие типы. Идем к елке, да? Мостик такой. Блин, один бивень сломали. Два слона. Один уже сломанный. Вот так, озеро, два слона. Смотрите. С детишками гуляют. Вот Сочи парк. Надежда здесь зимует уже третий месяц. Надежда сниматься не хочет, поэтому я буду вам рассказывать. Идем по мостику. Я здесь не была. Посмотрите, молодожены, сколько замков. Обратите внимание, сколько людей, все без масок. Никто ничего не боится. Вот так Сочи живет. Этот отель не зря, наверное, называется еще оздоровительным комплексом. Здесь есть тренажерный зал, 4 теннисных корта, велопрокаты, 5 открытых бассейнов. Правда, они только летний период работают. Салон красоты, спа-процедуры, русская баня, финская сауна, купель, центры здоровья.